Я приветствую всех. Ну что, сегодня у нас 25 июля 2021 года. И как последнее воскресенье июля, по традиции празднуется День военно-морского флота нашей бывшей страны Советского Союза, ныне несуществующей страны, да, но самое главное то, что мы с вами существуем, не имеет значения, да, в каких концах мира мы выжили, да, мы имеем право, так сказать, праздновать этот праздник в любых уголках земного шара. И даже я хочу всех поздравить не только военно-морских людей, которые на военном флоте служили, но в любых родах войск, потому что мы все сопряжены по службе, да, генералы, там политиканы, войны затевают, а мы простые матросы, солдаты служим, да, мы выполняем долг. И не имеет значения, да, а под какими флагами. Мы — это мы, это косточка, да. И, так что я всех вас поздравляю, даже тех, кто не служил, потому что у каждого в семье есть служивые люди, и те, кто не служил, родители, братья, сестры тех служивых, вы тоже все можете и имеете право, так сказать, праздновать этот праздник. Что я хочу сказать? Ваш покорный слуга тоже служил, да? Видите, здесь написано «Северный флот». И я призвался, значит, моя служба началась в 1974 году, призыв был. И демобилизовался я в 1977 году. Уже много лет тому назад. А оно все как вчера было. Служба мне во сне снится иногда. И где бы я ни был, да, я знаю, кто я есть, и частичка во мне — это бывшего моряка Северного флота. Я проходил учебку подводного плавания на острове Котлин, это в Кронштадте, и потом мы распределились в начале 1975 года на север, в Североморск, потом поехали мы в Линахамари, а потом я еще в другой, на одной лодке служил как химик-санинструктор на подводной лодке, потом я был в базе, которая называется Видяева. Да-да, та самая Видяева, откуда вышел и не вернулся на подводный корабль под именем Курск. Уже сколько? 20 лет тому назад, да? А что интересно, я хочу показать некоторые вот штуки, да? Знаете, что это такое, да? Это жетон называется «За дальний поход». Видите, здесь написано «За дальний поход». Этот жетон тоже был со мной, точно так, как эта лента. У меня даже несколько фотографий здесь сохранилось, где-то дюжина. Вот я хочу показать моих товарищей, да. Вот стоит на переднем плане Федя Блохин. Сам он из Донбасса. Он был человек, который однажды спасал нашу подлодку, когда она могла очень даже успешно утонуть. Он ее спасал. И это я, ваш покорный слуга. Я стою у торпедных аппаратов. И это, значит, первый отсек. Видите, да? Здесь борода у меня, все такое. Ну, наверное, вы меня не угадаете. Это, значит, был ледокол, который нас иногда выводил, когда было чересчур много льда. Это, значит, наши офицеры, когда мы праздновали праздник. Вот комдив стоит, а там за ним стоит командир нашей подводной лодки, еще два высших офицера. И здесь ваш покорный слуга посередине с друзьями тоже, значит, подводниками, да. А здесь я, когда только пришел на Северный флот, это 75-й год, и мне здесь 19 лет. Я только-только прибыл на Северный флот, да? 75-й год, это середина, видите, бачки все было, да? Как по моде. А здесь я стою на мостике подводной лодки. И также здесь я хочу показать вот эта штука. Это новая земля. Это тот остров, который, значит, ограничивает на восточной части Баренцевое море. Да. Здесь это мы, когда были
в этом, в Тартусе. И да-да, мы были в Сирии. Потом я где хочу здесь ищу. Я не все фотографии принес, но сколько есть, да? А также еще это Саня Гречановский. Кстати, вот это Саня Гречановский, да, на палубе нашей лодки. Интересно, но я когда посмотрел, мне сразу оно далось. А, значит, это пирс, вот эта лодка стоит сейчас, Саня, где на ней стоит, да? Это тот самый пирс, это Ведяева, от которого отошла подводная лодка «Курск». Тот самый пирс. Я от этого пирса отошел летом 77-го года в плавание. Я в ту базу больше не вернулся. Я ушел в другие вещи. Оттуда я демобилизовался. Это была осень 77-го. А сколько-то, 23 года спустя, Курск, подводная лодка, отошла от этого самого причала. И никогда не вернулась тоже. Но с другими последствиями, да. И я когда посмотрел эту, ну, новости, да, о Курске первый раз, когда уже много лет тому назад, когда это произошло, у меня просто мурашки пошли, когда мне показали в этом, ну, показали в, ну, в этом, в новостях, откуда она отошла. Это тот самый пирс, откуда я отошел. У меня просто в сердце ёкнуло. С ума сойти. И вечное, значит, царство небесное всем, кто утонул на этой лодке, а также все другие подводники, которые погибли, и все военнослужащие, которые погибли от тех лет и до сегодняшнего дня. И я хочу особо высказать моим друзьям, товарищам по подводке, которые служили. Это Ваня Белявский из Кендейки, из-под Херсона, да? Толик Сапко с Белой пристани. Это Саня Гречановский из Днепропетровска. Это Саня Свиридов из Волгограда. Это Кузя Кузяев из Чечено-Ингушетии. Это Миколадзе из Грузии. Это Ташанов, Балабек Ташанов из Ташкента. И многие другие. Сексенбаев из Казахстана. И многие другие мои сослуживцы, которые со мной разделяли то суровое время. Ну что, все, кто служил и кто не служил, кто празднует, кто заботится, всем здоровья, будьте здоровы, встретимся на следующее празднование. Бывайте здоровы!